Этическая сторона в современных технологиях медицинских имеет свое значение, но она не решающая. Если подойти к каждому человеку и спросить, хочешь ли ты жить дольше, хочешь ли ты жить вечно, и вам все ответят, да, хочу. Поэтому сегодняшний мир так устроен, что все время что-то происходит, все время происходят какие-то открытия, и стволовые клетки, и клонирование. Это будет, и этого не избежать. Пока мир идет только по этому пути, и возврата назад уже нет. Поэтому мы должны тоже придерживаться мировых правил, иначе мы отстанем и будем где-то в хвосте. Нам нужно вкладывать огромные тоже средства в развитие новых технологий медицинских, избавляться от рака, избавляться от СПИДа и разных болезней, которые сегодня возникают в современном мире. Поэтому это должно быть развитие и вложение средств в эту историю.